Дайте, пожалуйста, Алафимия. Отстояли, да отстояли. Отстояли трупами. Людей не жалели. Цена победы, цена жизни человека. А был ли другой вариант? Вот, Алла Ефремовна, вот реально, сила противника невероятно сильная. Какой другой вариант? Если бы это было 70 лет назад, и я была бы полководцем, я никогда бы не могла бы быть. Вариант был один. Если мы знали, что будет война, и мы к ней, безусловно, готовились, то нельзя было уничтожать весь комсостав самых-самых талантливых, самых лучших. Нельзя было наполнять армию совершенно необученными людьми, которые действительно могли воевать с винтовками, палками, как винтовками. Еще я хочу сказать два слова о памяти и скорби. Разрешите, потому что мне в половину надо будет идти. Я об этом предупредила. Да, да. Это для меня очень важно, потому что память и скорбь. Коллаборационисты расстреливали евреев на территории бывшего Советского Союза. Немцы руководили, фашисты, гитлеровцы. Не хочу говорить немцы, потому что очень уважаю, люблю этот народ, очень с ним дружу. Но коллаборационисты расстреливали. Это их рук было дело. Uh-huh. И на этих, в этих расстрельных ямах тысячи, десятки тысяч людей погибали. Первый был Ростов, Змеевская балка, около 35 тысяч человек. Потом 29 сентября Бьер и так далее, и так далее. Я не буду перечислять. Но сколько лет, сколько десятилетий не было никаких памятников, не было камня на местах этих, в местах этих расстрельных ям. Ничего. Какие там имена? Хотя бы что было написано. А вы в курсе, что сейчас в Янтарном вот поставили памятник в январе? Как раз вот раз да. И уничтоженным еврейским женщинам. Знаете, да? Я знаю. Кстати, это большое достижение, кстати, я считаю, очень здорово был представитель поклон, Клебанов, поклон, полномочный представитель. Вот была большая, хорошая, нужная акция в памяти о Холокосте. Спасибо вам, Алла Ефремовна, еще одно дополнение к тому, что вы сказали. А что, были памятники на надгробия над павшими русскими? Украинцами, белорусами, а евреям не ставили эти памятники? Я думаю, все мы были потому в равных условиях. Потому что евреев уничтожали только потому, что они были евреи. Только поэтому. Комиссаров уничтожали, потому что они были комиссары. Командиров уничтожали, потому что они были командиры. Обязательно каждому солдату должен быть памятник. Каждому. Совершенно верно. Я ничего не говорю. Поэтому вычленять, выделять кого-то, я считаю, неправильно. И вы это прекрасно знаете, мой дорогой. Потому что? В чудовищной антисемитской стране. Алла Ефремовна, знаете? Извините, но мой народ понес вот этот Холокост на 40 лет раньше. Это был геноцид. Да, геноцид армянского народа. И мы знаем, что это такое. Это геноцид, а не Холокост. Холокост это так я и говорю, предшественник Холокоста был геноцид. Мы же грамотно образованный человек. Совершенно верно, образованный Алексей человек. Алексей Никитович. Вот. Поэтому я и говорю, мне это очень больно слышать, что вы вычленяете только... Ну, вряд ли, Михаил, давайте каждый народ хотя бы за себя будет бороться. Я говорю не о солдатах, не о тех, кто погибал. Я говорю о маленьких ребеночке, который мог быть вашим внуком, который расстреляли только потому, что он был еврей. Таких было миллион этих детишек, которые горели и которых отстреливали. Я говорю о том, что Бабий Яр памятник, Виктор Некрасов, замечательный русский человек, угу. Великий человек, он должен был эмигрировать из Украины только потому, что он боролся за этот памятник Бабьему Яру. Алла Ефремовна, белорусских детей не расстреливали, украинских не расстреливали. Послушайте, но разговор приобретает... Я не собираюсь тут конкурировать, я не о том говорила, как вам не стыдно. Мы абсолютно... Мне не стыдно, потому давайте, что не надо выделять кого-то. Стыдно вам, политработник несчастный. Алла Ефремовна, мы...